Я иду брать карту возьму, закину 500 рублей на WebMoney и куплю себе. Чё? Что я сделал? С 500 рублей кину 50 тысяч рублей. Ну другой WebMoney. Сколько мне смс-ка пришла, что у меня деньги с карточки сняли? Да нет, на то случайно скинул мои деньги. Я не вообще. Ну, мозг, извини меня. Что значит извини? Ай! Ай! Ты хватит, мама! Ай! Ты по жопе надавай. Давай, папа, а ну разберись. Так а ну сады снимаем. Телепортируйся к Гриферу. Пока он не видит, отключи себе префикс. В чате вам будет написано, что префикс спрятан. Ну или установи себе любой другой префикс. Выглядеть это будет примерно вот так. Залезь в абсолютно любой приват. Увидь у Грифера кучу алмазов. Сеть ему все сундуки. Затем убей Грифера. Также ты можешь посадить в тюрьму этого Грифера. Его будет охранять прекраснейший вахтер. Потом напиши на весь сервер, что Грифер находится в тюрьме. Затем наблюдай, как все его унижают. Поэтому, если вы хотите также снимать анти-Грифер шоу, тогда становитесь владельцем сервера, на который как раз действует скидка, и снимайте эти прекрасные ролики анти-Грифер шоу. Ссылка на IP-сервер находится в описании ролика. Всем привет, дорогие друзья, смотрите, сущность в том, что, смотрите, вот это типа свинья, да, свинка, но это не просто свинья, это не моб, это владелец сервера, только владелец сервера может превращаться в животных таких особенных, но в свинью, кстати, я не помню, кто может превращаться, это надо будет посмотреть, посмотрите, посмотрите, что он делает, вот он стоит, смотрите, видите, у него ник Херте, он пишет, смотрите, мне свинья пишет, что я здесь делаю, смотрите, он все ломает, он перестал быть свиньей. Потому что он меня ударил, короче, и началось ПВП. ПВП началось. Смотрите, его можно бить. Это человек, который... Вот мой дом, смотрите. Мне его построили подписчики. Подписчики моего сервера. Они зашли на сервер, сказали, мы строим тебе домик. Вот, Настя снимает антигрифера. И вот этот владелец сервера, который был свиньей сначала. Он, смотрите, он начинает все ломать. Он начинает прям все ломать, рушить. Вот, все мои сундучки. И с ним нужно что-то решать. У него вот префикс стоит особенный. Давно я просто не снимал таких роликов. Но вот мой типа дом. Я обычный игрок, смотрите. Я могу написать, допустим, вот, и мы здесь все видим. Вон, мой ник... он сетнул мой пол, смотрите. Мой красивый, классный пол. Он сетнул, смотрите, он с топориком бегает. Стойте, стойте, надо что-то ему написать. Забыл. Он пишет ха-ха-ха, вот это типа ха-ха-ха. А у нас чат с вами увеличен, да, ребята? Чат у нас с вами... Да, у нас с вами, в принципе, но это уже не то. Да, все настройки стоят правильные. Ха-ха-ха, изи. Вот, стойте, 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 стойте. Что-то он делает опять. То есть, я обычный игрок, я никто. Со мной можно делать все, что угодно. И он начинает это творить. У меня здесь были сундуки, жалко. Вот сейчас они... Дай мне 300 рублей, я верну хату. Смотрите, что он пишет. Дай мне 300 рублей. Как я тебе их... Дам, вот давайте вот так напишем, как шкальцы. Просто так, ждем, ждем, что он напишет ответ. Он опять превратился в свинью, и я пока не вижу от него никакого ответа, или может было. Вот, но я так до сих пор написал, как я тебе их кину. От него ничего не поступает. Ой-о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 й. Так, у нас тут хоум был. Ау, как же я теперь появлюсь здесь? Стой, стойте, я помню, там можно вроде выплыть. Он, смотрите, он подо мной пол ломает, я же как теперь выберусь-то? А, вот, все. Здесь мы... смотрите, что он делает. Ай-яй-яй-яй-яй, я сейчас же сдохну. Ай-яй-яй-яй-яй, охренеть, что Грифер делает. Так, надо поесть. Не ломай, я же утону. Не ломай, погоди. Смотрите, что он делает. Вот мой красивый дом. Здесь вон постройки люди строят, седжу. Вот, смотрите, я даже не попаду. Стой. Я должен попасть домой. Надо сетхом новый устанавливать, потому что он сейчас все испортит, Давайте поставим вот так вот. Сетхом. Так. Давайте напишем еще раз. Как я тебе их кину? Он так и не отвечает мне на этот вопрос. Все, он меня ударил, он опять стал человечком. Вообще, мобов здесь можно превращать, смотрите. Скайп! Он меня кикнул, он написал скайп, давай. Обматерился. Мы перезашли на сервер, я прописал хоум, я опять здесь. Стой ты! Хорошо, что я хоум прописал. В новом месте, ребят, потому что он полностью беспределит. Стой, давайте мы напишем, стой. Сейчас скайп скажу. Писать нельзя. Сейчас скайп скажу, смотрите. Вот, его ник, запоминайте, Херте, если будете на сервере, гасите его вообще. Правда, я думаю, у него привилегии уже давно отберу. Хотя, стойте, как я ему скажу? Хотя нет. Ты говори, скайп. Я сейчас умру вообще. Я хотел сказать про мобов. Здесь во время ПВП нельзя. Вот, видите, нельзя быть мобом во время ПВП. Поэтому у него слетает эта штука, он меня бьет. Вот, здесь можно превратиться в любого существа. Зомби, скелет. Вот, он был свиньей. Свиньей, ну там в зависимости от привилегий. Че он пишет? Я? Скайп говори, да. Вот так мы напишем, скайп говори.
Да, чё? Данончик, Данончик 3. Так скайп какой? Какой скайп конкретно? Первый или второй? Вот, пишем с ошибками, не забываем. Если вы хотите так же снимать антикрифшоп, не забываем писать с ошибками. Ненавижу таких. Данончик, точка, Данончик 3. А, вот, здесь точку уже нельзя писать, чтобы пиара не было. Смотрите, если мы подсветим. Все, вы, вот, видите, вы Саша сообщение. Данончик, точка. Ща позвоню. Жди. Так, через одну секунду. Жди. Все, сейчас будем ему звонить, сейчас будем связываться. Еще искать его надо, Данончик. Кстати, пока я еще искал его скайп, смотрите, меня кикнуло, потому что он, короче, меня убил. Я завис в воздухе, и меня еще и кикнул. Типа, you sending too many packets. Классно вообще. Ну, я ему устрою сейчас, конечно. Алло. Алло, чувак, алло, да, он дрона. Слышь, ты что сейчас со мной сделал вообще? Ты свинья, блядь, ты понимаешь, с кем ты связалась? Ну? Я-то с кем? Ты от меня зачем 300 рублей эти требуешь? Мне нужны деньги. Куда тебе их кинуть? На Киви. А, не, на вебмани давай, на вебмани. Ну зачем ты меня сейчас убиваешь? Зачем? Вебмани? Да, вебмани, а фастом скидывай. Я тебе откуда возьму 300 рублей? Я миллионер? Да, ты миллионер, блядь. То есть ты... У мамки спизди. Ты у меня деньги вымогаешь, реально. Да. А ты в курсе, что ты мне дом разломал? Ты не хочешь его возместить как? Может, ты сначала... Ну, 300 рублей, да, что ли? Давай наоборот, ты сначала мне возместишь дом, а я тебе 300 рублей заплачу. Охуя тебе не дать, ты, блядь, даун. Хватит меня бить, ты мне так... Как я тебе вообще верить буду, если ты меня убиваешь? В смысле верить? Ты понимаешь, ты тупой просто? О, ты утони, чё, утони, Скотт! Утони вообще. Это ты на фотке в скайпе? Ну... Ну, я на фотке в скайпе, и чё? Я таких, как ты, сруй на голову, даун. Приятно очень слышится. Ты где? Давай, иди сюда. Не ломай мой дом, я этот дом строил. Давай, иди сюда, на бой, да не пойду я к тебе вообще, отвали ты от меня. Ай, кувшинки, они баганные. Кувшинки баганные. Алло. Как хочешь. Чё ты задумал, слышь? Тоже хочу. Я из-за тебя багнулся на кувшинке. Так, стойте, из-за тебя багнулся на кувшинке, слышь ты? Чё ты со мной? Чё ты задумал? Чё ты встал? Я на тебя рапорт вообще подам. Мне чё-то поесть. Сейчас твою мать рапорт подам, ты. О, всё. Слышь, чё? Все на варп-грифер, тут настоящий грифер. Ну и чё? Кто это написал? Кстати, почему я сундуки не могу открыть? Ты чё меня из реги... Пацаны, давайте грифер. Я не могу сундуки открыть и не могу ничего сделать. Почему сюда люди... Ты здесь... Стой. Варп Грифер. Это мой же дом, слышь? Это ты написал, получается? Ты чё задумал? Почему корова здесь... You have banned. Ты меня забанил, получается, сейчас? Да, забанил лоха. Мне там дом ломают, ты чё сделал? О, да, я знаю. Пацаны, ломайте хату, просто сейчас РГ надо снести нахуй. Стой, подожди, не мог... You banned from the server. Ты зачем мне... Разбань, пожалуйста. Ты причину прочитай. Я читал причину, я больше не хочу ее читать. Ломайте хату, ломайте. Ты понимаешь, что тебе сейчас... Что сейчас тебе нехорошо будет? Как грифер, хоть грифер здесь ты. Чего, блин? Тебя убили? Да. Стой, как? Вот я здесь, вот я зашел, прикинь. За что они меня убили-то? А ты где? О, вон, я видел, как твой лут собрали. Молодцы, парни, я им пишу. Я зашел, меня разбанили. А, вон ты. Здорово. Стой на месте. Видишь меня? Нет. Как ты меня не видишь? Ты видишь меня? Ты где? Не вижу, я тебя дал. Ты где? Стоишь? Стой, не двигайся. Считай до трех. Не двигайся. Считай. Раз, два, три. Оп. Ой. Что ты? Что? Ой, умер. Умер, Володька. Да, ты... Я умер. Вон, ты возродился, видишь? Да, в смысле? Как ты это делаешь? О, как? Ты смотри, у нас эти... Я как делаю? Ты в курсе? Я подал жалобу, и администрация сервера с радостью ее выполняет. Администрация, ты что, даун тупой, что ли? Я вообще не тупой даун, а вот ты, походу, да. Ты тупой, что ты сделал вообще? Кстати, я тут знаешь, что подумал? Тебя бы посадить... Тебя бы посадить в тюрьму сервера вообще. У нас есть тюрьма такая, сервер. У нас прекрасный... Я сейчас наступлю на тебя. Ага, вот у нас есть тюрьма нашего сервера, тут прям написано, тут сидят... Что, голос, ты что, MC Noize? Ты брат MC Noize? Я брат MC Noize. Забыл, как тут... Как там, напомни, в тюрьму сажать?
Не скажу, ты меня не посадишь, Даун. Не посажу? Нет, не посадишь. О, смотри, Player Herte jailed for 3 месяца 24. Ты же простой друг, чувак. Вон, смотри. Даун, как ты это сделал? Я как сделал? Мышка воробья. Я просто написал в администрацию. Ой, просто у нас консоль хорошо работает. Пиздец. Посмотрите, Тоби. Ты меня забанил, это невозможно. Ты меня в джайл посадил. Это то же самое, что ты меня забанил на 3 месяца. Это не то же самое. Смотри, ты можешь... Стой, подожди. Сейчас тебя освободят. Знаешь, что для этого надо делать? Что? Так, сейчас поставим здесь. Варп. Давай по... Да ты, пожалуйста, не разбавь, ну пожалуйста. Давайте поставим здесь варп джайл. И сейчас ребята сами тебя выпустят, смотри. Смотри, следи за чатом. Слежу. Сейчас. О, да. Тебе мама и папа нужны. Да, 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 это я написал. Бездомный. Так, ой, что-то чувствую не то в консоли. Все на варп джайл, тут настоящий грифер. Итак. О! Как ты это сделал? О, ребята приходят, смотри, ребята приходят. Как? Ты что делал? А, как много людей! Нужна помощь. Блин! Как, блядь? Я тебя, кстати, лишил привилегии. Что? Ну, сейчас, ну, может, не лишил, но я подумаю. Как ты думаешь, лишить тебя привилегии, Витька? Какой Витька? Тебя же Витя зовут, да? Нет! А, стой, я думаю, недостаточно игроков пришло. Я думаю, нужно еще дать людям понять, что здесь настоящий грифер. О, как много людей у нас. А, лалки, они меня не видят, они меня не видят. Почему они тебя не... Не надо, чувак, ну пожалуйста. О, ты стал обычный игрок. Ты там невидимый, да, но сейчас... О! Что? Я иду брать карту, я покупаю донат, все. Че ты делаешь? Я покупаю владельца, и тебе пиздец. Так я тебя уже его отобрал, я тебе его не дам купить. А я на другой аккаунт куплю. На другой аккаунт? О, тебя забанили! О, владелец сервера тебя забанил. Я иду беру карту мамы и покупаю себе владельца, все, пошел нахер. Стой, объясни, что ты делаешь, объясни мне, я тебе расскажу. Я покупаю карту, иду покупать владельца, понял, Даун? Какого владельца? Я ж тебя отобрал его. Ты что, еще раз хочешь купить владельца? Другой аккаунт куплю. Он 500 рублей стоит, понимаешь? Че, я иду брать карту, возьму, закину 500 рублей на WebMoney, куплю себе. Какую карту ты возьмешь? Я тебя приближаю, я у тебя отберу его опять. А ты лох, ты не знаешь ника нового, да? Ну, я все равно знаю, поверь. Ты, я знаю, ты не догадаешься. Ну да, а зачем ты его берешь-то? Смысл? Еще раз. Ну все, я захожу на сервер сейчас. Ты увидишь. Ты просто будешь даун. Ты зачем даун покупаешь владельца сервера? Еще раз объясни. Ты же гриферишь. Зачем? Я тебя забаню потом. Я уже зашел на сервер. Все, я на сервере. Лох. Ну, и че? Но владельцем сервера ты не будешь уже, понимаешь? А ну-ка я зайду в тюрьму, посмотрю, кто здесь. Ха! Я прыгаю даже. Спорим, ты меня не найдешь среди всех. Да мне тебя не надо искать. Ты уже не привилегия, ты опасности особо не представляешь. Все, я пошел покупать. Куда? Все, я пошел. Куда? Я пошел за картой маминой. Ты на мамины деньги, да, будешь покупать? Сам не можешь. Да, да. Давай. Просрешь 500 рублей. Что? Какие? Я не просру ничего. Ага. А, пизда. Ага. Пизда. Чё-то незаметно, что ты уходишь. Все, пока, я пошел. Сейчас приду. Валера! Смотрите, ушел куда-то. Валера! Я не понимаю, зачем он будет покупать опять владельца сервера, потому что я его у него отберу. Я ему заранее это говорю. То есть 500 рублей ты будешь зря отдавать на привилегию. У таких я людей буду их отбирать. К сожалению, не могу запретить ему ее покупать. Это его выбор. Как я запрещу ему покупать? Поэтому ждем этого Володю, который сейчас придет. О. Алло, все, я пришел. О, пришел, и что ж ты сделал? Я взял карту, еще перекину деньги на WebMoney. На WebMoney? А зачем на WebMoney? Чтобы. Чтобы потом. Чтобы купить донат! А, давай. Подождем. Может, ты еще ник назовешь свой?
Хер тебе два. Угу. Ёпт! Я сказал ник! Спаун, 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 ты меня не найдешь. Надо спрятаться, спрятаться надо. Надо спрятаться от него, он мне не заберет донат. Так. Надо сбросить тебя со скайпа, ты все равно бесполезный какой-то. Чё? Что я сделал? Чё ты сделал? 500 рублей, кило 50 тысяч рублей! Куда? На другой вебмани, я цифры перепутал, два нолика и другой вебмани вел. Ты кто? Что? У меня вебмани вообще другое, начинается на 955, а я вел 966. Что? Ты гонишь? Ты чё ты гонишь? Ты мне заливаешь? Ты заливаешь мне? Лиза, чё мне её дай проиграл? Ну верни мне! Я не... Когда я верну, идиот? Ты на другой вебмани их отправил. Ты даже не мне их отправил. А шо ко мне смс-ка пришла, что у меня деньги с карточки сняли? Где деньги? Я случайно не туда потрачу. Я не на тот случайно скинул. Я не взял вообще такую сумму. Что, дурачок или что? Ну, пожалуйста, извини меня. Что значит извини? Сейчас пойдешь зарабатывать. Давай. Ай! Ай! Ты хватит, мама! Вообще придурок или что? 50 кусков ты проиграл. Так, давай, быстро оделся, сейчас пойдешь, будешь работать. Поедешь на меня, вместо меня на работу. Будешь зарабатывать деньги, чтоб знал, как... Ай! Да иди, возьми по жопе, надавай ему. Давай, папа, а ну разберись. Пока ну штаны снимай. Давай штаны ложись на кровать, давай, быстро. Отец подключился, что ли? Пока все. Отец и мать. Он че, все? Слышали, школьник просрал 50 тысяч рублей. Не на тот вебмани отправил. 50 тысяч рублей. Господи. Ладно бы он их мне отправил, я бы ему их вернул. Но он их даже не мне отправил. Я бы вернул 50 тысяч, а он их отправил не на тот вебмани. Маму жалко с папой, господи. 50 кусков. Ребята, ставим лайки. Это грустно. Заходим на сервер, подписываемся. Не знаю, что-нибудь еще делаем. Всем спасибо, всем пока. Мне жалко 50 тысяч, я же сам сейчас расстроился. И ничего я сделать не могу. Пипец. Всем пока. Ребята, на протяжении всего дня я стою здесь каждый день и раздаю админки всем ребятам бесплатно. Всем тем, кто заходит на сервер, играет, я выдаю админки совершенно бесплатно. Я в консоль прописываю ник каждого, выдаю. Мне не жалко, все это бесплатно. Главное, зайди на сервер, играй, жди, находись. Мы здесь все, вот наша толпа, все здесь, очень многие сейчас будут получать админку. Они все только что зашли. Мы здесь все дружно играем, и ты не теряй времени. Заходи, пипсани ролика, получай бесплатно админку. Заходи.